что ж, погнали. Всем здрасте, дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами Никита Евгеньевич Сусленков. И сегодня покажу вам, как вернуть старый дизайн Ютуба в 2021 году. И да, вы уж извините за отсутствие веб-камеры, потому что мне надоело его настраивать, и вот, оставлю вот так вот. Видео без лица, короче, будет. И, естественно, мы будем возвращать старый дизайн Ютуба с помощью расширения Ютуба Red. Но у меня его не установлен, поэтому давайте же я его установлю на всякий случай. Итак, для начала введем интернет-магазин Chrome. Так, заходим туда в него, естественно говоря. Давай ты грузи еще снимать. Все лагать. Ой. Что же мы теперь делаем? Теперь мы ведем то самое расширение, ну точнее, название расширения в поисковике. YouTube Red. И берем, естественно, это расширение, потому что именно то расширение добавляет, точнее, возвращает старый дизайн Ютуба. Устанавливаем мы его, конечно же, естественно, в Opera. Не знаю, вот почему я вот устанавливаю из интернета-магазина Chrome прямо в Opera. Ну, не знаю, у меня просто тоже точно такое же расширение, которое вот устанавливает... Расширение с Google в Opera. Ладно, неважно. Итак, добавляем расширение. Идет проверка. Идет проверка. Все, добавилось расширение. Все. YouTube Redux has been installed. Все. Теперь нам это теперь больше не понадобится. Теперь заходим опять же в YouTube и в YouTube Redux. Будем там все настраивать, так говоря. Да, здесь поставлены автоматически все галочки, но мне надо настроить все по-свойски, так сказать. Так, видеоплеер, расширение видеоплеера и вот иконка, естественно, во вкладке и логотип. Вот есть вот логотипы разных годов. Я, конечно, выберу 2013. Итак, а теперь обновляем YouTube. Посмотрим, что будет. Оба, скример вылез. О нет, к сожалению. И вот, ребята, что же мы теперь видим? Ну, загрузку мы видим. И что же мы теперь видим? Мы теперь видим тот самый старый дизайн Ютуба. Прикольно теперь звучит так-то. Ну ладно. Что ж, ребята, я теперь вам показал, как вернуть старый дизайн Ютуба. Именно в 2021 году. Теперь уже время попрощаться. Что ж, ребята, с вами был я, Никита Евгеньевич Сусленков. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, а также вступить в мою группу ВКонтакте и вступить еще в мой мемный паблик Альбиносим. Я там выпускаю разного рода мемы. Что ж, всем пока, до новых встреч!